Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санёк и сайт RomulityGame.net. Мы продолжаем проходить историческую кампанию, которая называется «К оружию». И у нас второй уже уровень — «Путь на юг». Поход через Анатолию — тяжелое испытание для крестоносцев. Турки, отступая на юг, выжигают посевы. Кроме того, европейцы оказались совершенно не готовы к холодам. Войско измучено голодом и мелкими стычками с неприятелем. Восстановите посевы зерновых в окрестностях Гераклеи, чтобы обеспечить воинов провиантом. Разведка доносит, что поблизости рыщут отряды турок. Ну что ж, нам необходимо накопить 300 хлеба. В принципе, эта кампания, эта миссия может идти бесконечно. Так, потому что 300 хлеба можно бесконечно накапливать. Ждем ваших приказов. Так. Да? Мы уже в пути. Отличненько. Всю бодягу нельзя сносить, это печально. Маркета нет? Нет. Ну и фигчи с ним. Лучники готовы. Нет свободных людей для этой работы. Хороший налог. Чувак завис. Работа здесь кипит, работа, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Давай скорости, и придется немножко подождать. Запасы провизии убывают, мой лорд. Можете рассчитывать на нас. Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Можете рассчитывать на нас. Милорд? Эти хлопцы бесполезные. Можете рассчитывать на нас. Какие будут указания? Запасы провизии пополняются, сэр. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы идем. Куда пойдем? Мы уже идем.
Да? Мы уже в пути. Уже идем. Ждем ваших... Можете не хватает рассчитывать. Оружия, лучники, сэр. Готовы. Долгая дорога. Мы идем. Небольшой отряд арабов приближается к замку. С какой стороны? Можете рассчитывать. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Милорд, мы уже в пути. Всегда готовы. Запасы провизии убывают. Нас атакуют арабы. О, тема. Какие будут указания? Ваше отношение. Что нам делать? Даем ваши приказы. Не готовить стрелы. Лучники лук готовы. Вашим услугам. Блин, лучников расстреляли. Вот это печально. Ждем ваших не приказов. Хватает оружия, сэр. Милорд, уже идем. А? Можете рассчитывать на... Какие будут ваши указания? Запасы провизии пополняют. Казна пустеет, ваша светлость. Идем ваших приказов. Можете рассчитывать на нас. Да? Мы идем. Лучники лук готовы. Вашим услугам. Куда пойдем? Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Мы постепенно расходуем деньги. Запасы провизии убывают, мой лорд. Люди восхищаются вами, сэр. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд, мы уже в пути. Всегда готовы. Запасы провизии пополняются, сэр. Небольшой отряд арабов приближается к замку. С какой стороны? Что нам делать? Выступаем. Какие будут... Да? Ждем ваших приказов. Уже идем. А? Есть ваша светлость. Не хватает оружия, сэр. Можете рассчитывать на нас. Нас атакуют арабы. Где? Вот тут. Лучники лук готовы. Вашим услугам. Куда не попасть? Куда пойдем? Всегда готовы. Эх, далеко идти. Милорд? Мы идем. Ваше что нам делать? Эх, далеко идти. Доброе завис. Утро, ваше сила. И имя сменилось, смотрите-ка. Забавно. Все. Слабаки. Ну, в общем-то, спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был товарищ Санек и сайт strohunterygame.net. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и заходите на наш сайт.